Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на интересного душегуба с ожогом 8.8, собранным на максимальное уклонение. Потестируем его против других героев на разных локациях. Сразу говорю, такого душика вам качать, если он у вас один и у вас не хватает ресурсов, не надо. Самый топовый душик это будет с разбросом. Вот такой вот. В принципе, его надо будет докачать на восьмерочку. Я его не использую. Единственное, он у меня стоит в пачке королевской битвы на демонов. Чем хорош сам по себе герой? Ну, забор энергии, максимальное уклонение. Он у вас будет вот такая вот сборочка с утеканием. Что ему дает ожог? Ожог ему дает 50% на полную невосприимчивость к атаке. Плюс его уклонение, плюс у нас будет стоять слоник, который будет давать еще дополнительно 30% уклонения на 4,5 секунды. Также его скилл делает забор энергии на 42. Герой с быстрым восстановлением энергии. Что по статам? По статам он имеет ниже средней атаку 8000, жизни тоже немного, всего-то с бонусом 275 тысяч. По снаряге, ну по снаряге тут стоит необузданная ярость, плюс 30% к атаке. Также он имеет шанс оглушить цель на 2 секунды. Кулдаун, правда, очень большой. По созвездиям уклонения у меня стоит плюс крит удар, чтобы он критовал почаще. Ну, поехали, потестируем его в рейдах. Сейчас затестим против стрелков, которые нам не дают делать обзоры теперь нормально в рейдах. Давайте где-то его вот тут в сторонке выпустим. Посмотрим, как вертолетики будут по нему попадать или будут попадать вообще. Ну, как видите, миссы по нему проходят очень часто. Вот против такого героя стрелок вообще не страшен. Мисс, мисс, мисс. Да, попадают, попадают, но не так часто, как по остальным героям. Сейчас зайдем, посмотрим, сколько у него там уклонения. Вот сейчас зарядится Афина, будет сразу видно. Да, проседает. Ну-ка, 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 давай. Вы видите, Афина даже зарядиться толком не может, она просто миссает. Точно так же Ирину. Смотрите, сколько уже Афина его бьет. Ничего ему сделать не может. Да, вот вам уклонение чарами. Интересно, сможет простоять 3 минуты? Думаю, вот она включилась. Смотрите на Афину. Афина ему просто не может попасть. Сработал ее скилл, который выбрасывает 25 ударов, и он не прошел. Стрелок тоже ничего не может сделать. Просто жесть. Вот вам герой с прокачкой на уклонение. Так, ну-ка, убьете или нет? Ну... Афина просто стоит, даже попасть не может. Круто, круто. Сам не ожидал. Вот, наконец-то его били за 2 минуты. За 2 минуты его еле осилили. Давайте еще раз посмотрим, где-то в рейде. Кто тут у нас? Ну, давайте попробуем против этой пачки. Смотрим на Ареса, а скилл его не сработал. А не сработал он, потому что он заминусовал. Точно так же сейчас он не может зарядиться. Ну тут сейчас тень. Ну что, тень, убьешь его или нет? Вот такая вот пачка героев. Еле-еле по нему попадает. Да, круто. Побольше хотелось бы таких героев. Ну, минуту против Хранителя, против Ареса, Купидона, Вардака. Это достойно уважения.
Сейчас посмотрим, как Анубис сможет справиться против этой пачки, долго простоять. Ну, смотрите, его сразу снесли. Раз, два, три. Вот разница вам налицо сразу. Насколько душ офигенный. Так. Ну, давайте потестируем в подземках. Что, 2-1, попробуем опять. Ну, тут, конечно, у героев тут завышенные статы. Нереально просто будет им здесь бегать. Так, хорошо. Давайте посмотрим на арене. Попробуем найти какую-то топовую пачку, чтобы они все вместе шли, и зависнуть на ней. Так, немножко не угадал. Так, ставим его сюда, сюда ворожая поставим для отхила, побежали. Вот смотрите, как по нему минусует. Ой, там у кого-то точность. Да, завалили. Жесткие. Хорошо, еще разок. Ну, как видите, не попадают, не попадают. Мисса очень много. Ну, выражай, включись. Да, вот пошел дополнительный отхил. Вот он стоит свободно. Единственное, что им надо побольше отхила давать. Вражеские герои просто тупо на нем зависли. 30 секунд, это очень неплохо. Теперь давайте попробуем кого-то другого найти. Кинули молчанку на него, ворожай. Вот пачка, как видите, миссы очень часто проходят. Вражеские герои очень медленно набирают шкалу энергии. Благодаря этому они, у них не срабатывают их скиллы, то есть они не могут просто, они просто бьют обычными ударами. Вот мисс нас, конечно, тут сейчас убьют. Но пачка 6 героев. Вторые эволюции просто зависла на одном герое и просто не могут по нему попасть. Ну вот у нас просто не хватило скалы жизни. Круто. Так. Где еще? Давайте потестируем где-то его. Давайте на пришествиях, на волне. Хотя тут, в принципе, нету смысла, тут все герои стоят. Давайте расскажу, где его можно использовать, в каких локациях, потому что многие не знают. Очень хорошо будет заходить на, в королевской битве на боссах, также на лаве, так как он имеет тоже дополнительный удар. Очень хорошо будет на адском саммите, первом, втором, на волнах, то есть везде. То есть сам по себе вам хватит только одного этого героя с разбросом. Только не в такой сборочке, а вот в такой. Больше, в принципе, вам ничего не надо. Он просто не будет давать заряжаться, и этого вполне хватит. На PvP-локациях там особо его использовать нету смысла. Единственный вариант, это, как я показал, вот такая вот новая сборка с ожогом. Сейчас мы посмотрим, что у него по статах. Уклонение 5750. Это так, навскидку, если взять там
любого другого героя, там уклонение 1300, да, 3200, 3200, 5700, 650, ну это так я уже ролил, там 1800, 1600, тут уже 6000. То есть это ни много ни мало, это все-таки 6000, вы сами видели по рейдам, что просто нереально. Единственный вариант, что у вас там герои будут вкачаны с хорошей точностью. Ну вот сами видите, что делается. Вот против него пачка, она еле подтыкает, там Купидон, раз. Раз просто на него не срабатывает, так как он не попадает своим скиллом даже. Вот когда особенно срабатывает слоник, вот смотрите, что делается. Это просто жесть. Сейчас кинем просто ворожая еще вот так вот сюда, чтобы был дополнительный отхил. Все, они уже его просто не смогут слить. Единственное, там попадут пару героев под скиллом, да. А так он просто себе... Вот смотрите, ворожай проседает, душегуба вообще практически ничего нет. Ворожая уже слили раз. Вот душика начали попадать. Нужно будет потестировать его на битве гильдий. Попробовать, как он будет. Интересно будет все-таки посмотреть на это все. Но хранитель ничего не может сделать. Вот единственный, кто включается, так это хранитель, потому что мы по нему еще дополнительно бьем. Все, все остальные даже включиться не могут. Гаргул просто стоит, обычным ударом бьет. Наконец-то. Наконец-то они его слили. Произошло чудо. Вот так вот. Ну, не знаю, как вам такая сборка, пишите в комментариях. Мне реально это понравилось. Можно сюда даже живу поставить, будет интереснее, но только отхил надо. Как по мне, очень интересная сборочка. Попробуем его протестировать на битве гильдий. Все, всем спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, всем пока.